Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаем дальше собирать модель танка ИС-7. И сегодня, в сегодняшнем видео, поработаем с фототравлением. Поставим детали фототравленные и немножко поработаем с башней. На башне предварительно заменил поручни на проволоку, чтобы когда-нибудь не обломать пластиковые. Ну и также сделал ручку из металлической проволоки на люке. Все приклеил цинокрилатом. Работаю с фототравлением, с металлической проволокой. В работе всегда использую клей «Момент». Сейчас приступим вырезать детали из фототравления. Многие подписчики спрашивают, как правильно обрезать, как правильно клеить. Всегда на фототравлении присутствует пленочка с одной стороны и со второй, если это есть на модели, на фототравлении. Я обычно одну пленку обрываю, а вторую оставляю и аккуратно обрезаю цанговым ножом это фототравление. Для чего я оставляю пленку? Бывает, что надо отрезать мелкие детали, чтобы они никуда не отлетели в сторону, то пленочка их удерживает. Сейчас аккуратненько обрежу все детали и установим их на модель. Видите, как держит? Первую деталь отделил. Теперь точно так же отделяем все детали, нужные нам.
собрал башню. Осталось совсем немного. Поставить стволы пулеметов, собрать зенитный пулемет, установить маску орудия, также вставив в нее 3 пулемета, и собрал основное орудие, ствол. Каждую дырочку пришлось высверливать. Вставлял сверло в цангу и вручную высверливал каждую дырочку. После того, как склеил ствол, его пришлось хорошо отшлифовать, убрать шов, так как ствол склеивался с двух половинок. Ну, все отлично у меня получилось. Теперь дам башне полностью просохнуть. За кадром соберу пулеметы. И в следующем видео уже приступим к покраске. В следующем видео сделаем пришейдинг. И задуем в базовый цвет. Вот отравление очень красиво, хорошо смотрится. Все отлично получается. Сборка доставляет одно удовольствие. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.